Сначала мы с моей девушкой хотели пойти в московский зоопарк. И нет, это я не про очередной матч российской футбольной премьер-лиги. Но, к сожалению, жара внесла свои корректировки, нам пришлось идти в депо. Мой мужик снимает жратву. Справедливости ради стоит отметить, что еда была не слишком вкусная за свою цену, а вот коктейли очень даже зашли. К слову о напитках, мы нашли вот такой вот интересный магазинчик, где я смог купить Mountain Dew. Это мой любимый напиток, я его не видел на прилавках уже больше года. Ну и вот такой вот у нас получился день. Всем спасибо за просмотр и пока!